Итак, разрядилась камера, зарядили. Смотрим же дальше нашу разборку. Итак, у нас попалась одна монетка 77 года. Стоимость данной монетки по каталогу 8, почти 9 гривен. Вот она мне здесь попалась, одна штучка. Так, еще монетка, которая нам попала, 78 года. Это у нас 3,5 гривня на стоимость данной монетки. Вот гурт у нас ребристый. Так, дальше. Дальше у нас последняя монетка, которая мне попалась. Это у нас 79 год. 3,5 гривни стоимость. Вот. Такая вот у нас монетосина. Так, по 5 копеечным у нас всего лишь начиная с 77 года у меня попалась одна. Сейчас мы посмотрим ее каталожную цену. Все монетки каталожная у нас цена 77 года 7 гривен. Это идеально, если монетка в идеальном состоянии. Вот. Такие вот монетки. 5 копеек. 5 копеек 78. Также у нас почти 6 гривен стоимость по каталогу. Какой-то ребристый. Вот. И 3 монетки у меня 79 года попалось. Стоимость их по 3 гривни. Вот. 79 год. 3 5-копеечных СССРовских монетки попали. Все остальные после 80-го года стоимость от 1 гривни до 2. Вот. До 2 гривен. Так, что дальше у нас? У нас дальше идет 10-копеечный. 10-копеечных вот у меня верхний ряд. Их очень мне здесь много попалось. И с таким, говорится, сколько мне здесь попалось, я думаю, что не сильно они дорого стоят. Вот 70-й год у нас стоит 2 гривни. Попалась мне одна штучка такая в переборке. Вот. 71-го года тоже 2 гривни. По каталогу цена попалась. И здесь мне тоже довольно-таки много. Вот. 72-го года мне попалось две штучки, тоже стоимость меньше 2 гривен. 73-й год тоже меньше, еще меньше, чем 72-й, стоимостью одну, чуть больше 1 гривни. Здесь мне попалось 3. 74-й год стоит тоже меньше 1 гривен. Вот здесь их мне попалось тоже очень много. Кстати, материал у нас данных монет мидь, цинк, никель. Вот сплав герб СССР. 75-й год уже более интересная монета стоимостью 5 гривен. Вот здесь она мне попала, здесь одна штучка. Так, 76-й, здесь у меня здесь попало 5 штучек стоимостью 2 гривни, даже больше, чем 2 гривни, почти 3 гривни. Вот по каталогу. Следующий у нас 77 год, 2 гривни. Вот ребристый медно-никелевый мидницинк. Вот там смотрели, какой 77 год. Так, 78 год тоже мне здесь очень много попалось, тоже никакой ценности не представляет, стоимость чуть более 2 гривен. Вот по каталогу. И 79-й год тоже мне здесь очень много попалось. Вот такая вот стопка, тоже стоимость 2, чуть больше 2 гривен. Вот так вот отложим вот эти монетки. Так, 62-й год попалось 2 штучки. Данная стоимость данных монет, это у нас 5 гривен по каталогу, больше даже 5 гривен. Состояние неплохое. Вот ребристый. Вот и куча 61 года стоимостью
стоимость по каталогу 2 гривны, тоже большая, большая куча. Начало периода чекана монет нового образца. Вот. Вот только монетки видно, что горд более-менее такой затертый, но он все-таки там есть. Все монетки не перебирались по штампу. Есть, конечно, разновидности штампов. Это уже совсем другая. Я думаю, что может будет время, я их переберу. Если будет время у меня, конечно. Так, ну когда будет, тогда переберу и вам покажу, сниму отдельно видеодосики. Так, 15-й копеечник. Я здесь у меня вообще мало попалось с этих 80-х. Видать, где-то не это. Помню, с этими 15 копеечками когда-то бегали, играли в игровые автоматы. Так, ну и что у меня здесь попалось? Начиная, заканчивая 80-ми годами, я не считал, только до 80-го года, все, что выше 80-го, стоимость по каталогу не доходит и 2 гривен. Так, 79-й год, у нас 1 гривня стоимость тайной монетки попалась, она у меня здесь 1. Вот, и вот 61-й год. Распространенная эта монетка, то есть 3 гривни до нас монетка стоит в идеале, вот, по каталогу, вот. По 20 копеечным монеткам тоже у нас состав медь, цинк, никель, вот монетки, которые идут свыше 80-го года, я их отлаживал сразу, они не стоят даже и 2 гривен, кроме некоторых там экземпляров. Все только взял с 70-х годов, то есть 70, начинается у меня с 77-го года, у нас стоимость 3,8 гривня по каталогу, гурт ребристый, такая вот монеточка, 78-й год. Попалось две монетки, также стоимость 3,6 гривня. Тоже не очень уж так по ценнику, он и дорого. Так, и 79-й год, еще меньше, чем остальные, чем выше года, тем меньше стоимость. Получается 2,4 гривня. Вот такая вот их каталожная стоимость. Вот, 62-й год, попалось мне две монетки. Каталожная цена, их тоже небольшая. То есть 3,5 гривня за штуку. И 61-го года, здесь их такое вот количество, тоже цена 2,4 гривня. Не очень дорогие, гурт ребристый, все четко. Вот, так что их печатали очень-очень много 61-го года. Так. По 50 копеечным монеткам попалась мне здесь только юбилейка. Вот таких вот юбилейных 50 копеек, 50 лет советской власти. Гурт у нас здесь звездочка, точечка, СССР. Монетка где-то хранилась, не знаю в каком месте. Вот. Или была какая-то походу залипуха. Вот они, кстати, так, может где-то так вот вместе лежали. Вот. Вот это тоже юбилейная у нас монетка, тоже здесь написано 50 лет советской власти, 1 рубль. Попалась мне вот одна такая 50-копеечная юбилейная монетка. Вот и 3 вот таких вот юбилейных монетки 50 лет советской власти, 1 рубль. Вот и здесь надпись слава чему-то великой Великому Октябрю. Вот. Вот такая вот у нас одна гривневая юбилейная монетка. Вот. Так, один еще попался мне такие вот стандартные, не рубль 64 года. Стоимость в идеале 6 гривен. Каталожная цена, ну, скажу по своему опыту, они столько не стоят, их практически никто не покупает, тираж большой, никому, в принципе, оно не интересно.